Заметь, что вот этот режим, там такое бодрое танковое рубилово, прям Да, вот когда бодрое. они убрали вот это вот бесконечное возрождение, они просто убили там всю аркаду. Просто стало все шкериться по кустам сразу же. Так, народ, у меня Я не общая знаю, я в дека. реалистичные играл. Куда мне? У меня авиация, я буду везде. Реалистично, да, не изменилось. Ну, то Вот есть... не я в реалистичные играю там. Нет, ну Собственно, там в события в аркаде. реалистичном тоже бесконечное возрождение. Почему Почему-то тут три атмосферу часа. вы не поставите там две кшемки случаем? Нет, вот я сегодня заходил, Вы там бесконечно определитесь. можно возрождаться. Атмосфер я туда поставлю. Куда? Там стоит атаковать, а На не барьер. стелс. Там я-то поставил, что я поставлю там кшемку. Не будешь Я же не писать просто. понимаю, Я что забыл если русский. атаковать А, я это... забыл английский язык. London is the capital of Great Britain. Нужны My танки? name is Boris. А ты Да-да. уверен, Зора? Зора, там как минимум пехота нужна. В Куда город. нужны танки? Вон, на справа, на В юг. городе Центре. Бадуя мне нужны танки, просто чтобы меня кто-то поддерживал танками. На точку центр кто поставит кшем? То есть на Елену или куда? Давай я поставлю, но туда кто-то должен пойти. Давай я отправлю на центр. Окей, я... Кошемку на центр отправлю. А, туда полетит кто-нибудь или поедем? Направо. На Иван я еду, мотором. Давай я тебе туда так. Разведку Элстеровскую отправлю. Финские Элстеры. Две штуки Я пусть возьму полетят. танки Все. направо. Ну, я так понимаю, ты хохмач, наверное, Федор и право, да? Где-то вот так посерединке будешь, да? То есть и туда, или туда, или через Да не, лево, я лево и вкачусь Елена. налево туда, фу, направо на плато и буду там. Ага. Проверка завершена, к вылету готовы. О, напалм едет. Где? Ого. Справа. С друзьями. Нихуя там. А чё, МиГ-31 сейчас Сераф не хочешь? Хочу, но не буду. Зараза, прошли друг сквозь друга. Это как так? Ой-ой-ой, вот это Никто вот не убить. умер. Обалдеть. Нет, у меня умер один самолет. Умер? Умер Путин Пушка один. упала. По-моему, это тоже упал один. Кто там? Игл. Но это не от Такой будет меня. план. Но я малушку я сбил им. Блин, вот это бы позбивать, да. Короче, у них истребителей дохуища. Нужно как бы ПВО. У них два авиатора. Ну, сделать смысла? О, блядь, Харнет Си, блядь, пиздец, Блядь, короче. это пиздец там пролетело, конечно. Короче, закупать тяжелое ПВО прямо вот прямо со Все, старта. там Радар бесполезно справа. вообще. Не-не-не-не-не, там ПВОшки едут же. ПВОшки едут, но там смотри, Я сколько смотрю, там прилетело. такой типа вертарашка намечается что-то. Справа-то. КТ-шки хватит. Хотя А. там воздух-воздух у них уже остался, по-моему. Пуфик, пуфик, не наглей, не надо. Не сливай сокола. Кто на Федору поставит кшем? God of War, ты не хочешь вот куда-нибудь Я сюда поставлю, засадить? поставлю, поставлю, А поставлю. там есть у нас танчик. Я отправлю, я Все, отправил. я Соколов увел. Так, вот сюда влезть. Заехали танки топовые. Немрода бы вот Фигово. слупить бы, было бы вообще шикарно. Стреляю. Так, направо нужна пехота, мне будет. Да направо там Ребята, всего у вас вообще на 6 Федор коней. едет две кшемки в одну и ту же точку. У Алекса и у Хмача. User joined your channel. Привет. Но я тогда в Привет, сторонку только пока начали, вставлю. мест пока нет. Понял. На У каком? нас там справа жопа. Второй метком. Сейчас направо. Понял. М1 упал. Если есть возможность, поддержите.
Прям реальная жопа. Ну, я буду пока только истребители брать, чтобы хоть их как-то срезать. Иначе вообще мы ничего не сделаем. Вон был суперкобра. Мне мига одного сбили. Куда нам отправляться, сэр? Парни, на помощь. Хорнет, направо. Ну, с радарником. Я на радар. Я на радар. Толку Паши с танки пригонит. Я приеду сейчас пехотой. Ну почему? Паника нужна. Вы же заказывали, как его? Много истребителей. Бомбит, бомбит. У меня же не бомбит. Нет, бомбит. Пацаны, радарник. Пацаны с центра, блядь, одну сидюшку поставьте к нам налево. Че у вас там три штуки проебывается? Ну, сюда УАЗик свой тащи. Вот тут вот вообще, кстати, вообще реально провал. Мой УАЗик, смотрите, он один там. Вот тут реально там провал. Там букашка стоит. Вот здесь у вас и вот стрелу тут, да, стоит КШМ. Вот это вообще что такое? Сказал уже, там Алекс, Хохмач и кто-то еще теперь. И Dog of War. Сера, вот эту кошельку убери. Вот туда. Зачем? У меня парни, рука ну, смотрите, стоит рядом. Ой, приедет. Да хрен с тобой, господи, уберу, только ее там пристрелят. Просто... Когда пристрелят, тогда и поговорим. Сюда влез, а поставь. А ты вообще не убери. Потому что мне ука жалко туда отправлять, его там так, пристрелят. Так, я в том ты делал, что ука там будет жить. Там не на фёдере, Александр, там... Блядь, Алекс, Александр, включи, блядь, снабжение, на куда ты повёл снабжение, блядь, и закрыл его, блядь. Может, вон за евреев играет. Тут легион уже бродит. Ну это пиздец просто какой-то. Тут мардеры у нас уже бродят. Стреливают мои. Короче, понятно. Радар. Пламенем работают сюда. Пуфик, короче, нам, походу, придется заниматься вот этим лесом и вот этим местом. И я уже занимаюсь этим, да, потому что там... Да, это я тоже заказываюсь. Полчаса здесь сидишь, в одном месте стоит, там как бы все понятно. Да, я понял. Сбили, нет? Сбили. Самолет. Сухого моего? Нет. Радар я им сбил. Радар я им сбил. Забрал мардера справа. А, ну все, ну да, я там пехоту набомбил, так что, в принципе, пройдите просто, посмотрите. Нормально, нормально, сейчас пойду. Александр, включи снабжение, блядь, ты что ты делаешь, нахуй? Какой будет план? Ты куча танков на ремонт катается, это... Мне сейчас будет напалм танки убивать. А 10 налево. Вылетел, надо сделать так, надо сделать так. Писрайн налево. Они меня не увидят, они меня не увидят! Он потерял меня, есть! Диан на курносику. Вот здесь, короче, разведка сидит у них. Блин, два сокола мне забрал. Курнос минус. Дыни, чьи, дыни, Владимир, твои дыни куча пиздюлились. Атмосфера, аккуратнее, у тебя там что-то... Так, да я понимаю, я чё, как эти их спасут, мне скажи. Разведка, которая, сука, светила Киову, только выехал ее нагнуть, блин, Киова пропала. А 10 упал. Пиздец. Что такое, док? User in your channel timed out. Ой, писец, короче, это... Пуфик меня слева аннигилирует, на самом деле. Да вы там слева просто продвинулись. У вас там сейчас самый-самый фронт. Не мрот, не мрот. Не знаю, у меня тунгуску наклонили. Я один налево попытаюсь сбрить. Нет, не успею. Там Нимрот, осторожно на... Хотя нет, успею. Ох, ох, нихера меня прилетело. Классно город атаковать без разведки. Это просто супер на. Верно. Ну да, тур стреляет, как бы его не видно, блядь. Бушки надо тут на ремонт. Радар направо. Радар по центру. Атакую. Атакам на центр куда-то вдаль. Так, а цефы есть чем отогнать? Отлично.
Убил. Слава богу, это не до камс был. Зора, в ТС? Радар на центр. Да, слушаю. Зора, подвинь чуть-чуть HQ-шку, чтобы она ЦФ наклоняла. Окей. Радар все еще где-то там виляет у них, японский. Пуфик, а ты можешь конкурсов? У тебя есть там что-нибудь подобное? Ребят, можешь взять? Осторожно. Я сейчас еще куплю. Я две кротальки заказал, кстати, нам. Ага, ладно. Сейчас приведу. Право, Игл. Да ладно. Самое забавное, что у вас там нет ПВО, да? Сбил блок. Это радар. Это не просто. Зура, блок. У тебя HQ-шка почему в обратную сторону поехала? Я попросил вперед ее, чтобы она цепь сбивала. У него экран был повернут в другую сторону. F1 на центр. Попробуй грохнуть. Пуска было хоть одной входной ракетой? Блять, попади, сука. Наконец-то, блин. F1 упал. Он, видишь, Мари нас объезжает, пофиг. Угу. Атмосфера, а ты к шемку мою сможешь еще пока защищать вот здесь? Или мне бояться уже за нее? Какую твою кошельку? Где? А, слева. Я понял тебя. Ну, чем смогу, я это сделаю. Пока она... Можешь ее? Да? Ты можешь ее вот сюда, в это лучше засунуть? Потому что там едут танки. Я боюсь, что они там вот танки отсюда... едут. А вот отсюда они не заедут? Видишь? Ты видишь, танки едут оттуда? Нет, не вижу. Теперь вижу. Отправляемся в указанный квадрат. Не зря спросил. Вертолеты тоже еще летят. Зора, аж кюшку еще вперед, чтобы она до вертолетов достала. Там ЦФАЕ вот эти вот летают. Гепарды. Ну а куда? Блин, там гепарды еще, елки-палки. ВАП стоит, он всякая гадость. Сука. Все, у меня там БМПшки вперед пошли. Только смотри, чтобы она не обогнала их. Все, все, давай, подвигайся. Отправляемся в указанный квадрат. Это наше небо. Вот ты подставу мне сделал, пуфик. Да? Ты меня чуть на это на дороге не оставил. Прыгал в тот дом. Отлично. Я заказал топчик. У нас артиллерист есть? Мамкина? Любые. Папкина. Есть или нету? Есть цели. Пуфик, нам будут заходить, видишь, да? Смотрите, вот это вот сейчас нам вот это жить на... не даст. Блять, да что за хуйня? Я уже, блин, третий раз заказываю спецназ, он почему-то не заказывается. Они не хотят на эту бойню. Да-да-да. Не хотят дохнуть. Сейчас закажу на Елену Буратоса. Так, секунду. Там сейчас штурм города будет у вас. Да ладно. Да нет, не может быть. Спасибо за инфу, пацаны. Писец, мне кротальку убили. Ёлки-палки, я даже не увидел этого. Вот видишь, какой ты невнимательный. Давай командосиков туда, пуфик. Да, по-моему, лежание там сейчас сдохнут благополучно. Маглан, выбивай. Светит. Вот здесь Маглан сидит. Маглан. Там Кат сбил. Эх, первый сбил. И он меня сбил.
А Сераф спрятался да от него. Да вы сказали уже, что там такой пиздец, я буду даже молиться. Так, ты даже лес наполнил говном. Это, в принципе, это неудивительно. Чудом 31-го выжил. Берите арту, вносите их артой. Ну, уже. Это едет. Единственный шанс сейчас. Ну, я минометы немного подкосил. Справа включайте ПВО наземное. Почему у нас нет вообще нигде ПВО? Я на ровном месте. Да почему вы сейчас не убили тогда самолет? Потому что не попало ПВО. А ну одно что ли там? Нет. Можешь посмотреть, там три отряда ПЗРК и одна краталька. А, ПЗРК, и там много. И говорили. Плюс были мои самолеты, которые сбили. Ну вот это интересно, где мы его поставим, тяжелый ПВО. Да понятия не имею. Слева нас двое, по центру двое, справа, я так понимаю, шесть, правильно? 10, справа 10. 20. Да все, выбил долг. Я скажу херам сейчас этот лес. Да я подожду, убирай долг. Подожди. Пофиг, не надо, не прыгай туда. Говорю, стой, вот этот лес я... Мигалдена на Елену город. У тебя есть минометы? Да, нет, у меня есть миномет. Давай, сейчас... куда? Да. Зайди в город. Мы сейчас на Харитоне, давай. Метку. Давай. Нам летит, нас летит. Атакамс налево. Это Ланс. Да не бойся. Господи, как его там? Да похуй. Короче, я по этому квадрату бью. Нет, так подожди, они никуда, явно... Давай я чекну сейчас в конкурсе, я дам тебе точную метку. Мне конкурс пофигу, я пехоту хочу убить. Пехоту это конкурс? Вот это вот. Марина, они пехота. Так к черту их, они не мешают не так сильно, как конкурсы, которые сидят на отеле. Вавилон, мне ты зашел? Никто не мешает. Здорово. Привет. Это ты зашел? У нас только трое. Я не знаю, какой там красавец. Вот сюда, вот сюда. Накидал. Это просто... Просто ему. А, пофиг, слышишь, если что, я сюда ставлю... Сераф. Пофиг, я сюда ставлю миномет, я что закрою. Я сразу сказал, кричал. Сераф, ты принял метку? Принял. Пофиг, что там? Я на хрипун. Конкурсы, про которые я тебе говорю. Прям по точке бить? Да, точную метку дал. Господи, ты меня не слышишь? Я тебя не слушаю. Здорово всем. Привет. Здорово. Пофиг, отъезжай на брюхе. Прибьют. User disconnected from your channel. Артиллерия наводит порядок в уродливом хаосе боя. Перемещаемся на новую позицию. Да нет, я их не любил. Пофиг, я высосал поп. Да почти до конца. Нашел чем хвастаться. Фок или что? Бомбер и радар на сенатор. Ебать, нихера туда прилетело, блядь. Стоп его мать. Блин, это самая очередная точка, где будет стоять прожить. Игл нужно забрать. Ашкюшку вперед! Умрал. Зора. Там хоты. А, ну все, не надо. Попробую радар снять. М1, А2 справа в радар городе попал. Стоит, вот здесь не шевелится. У кого-нибудь туры есть его снять? А, заходит пехота вот сюда. Угу. Дурная весть. Писец, мне приходится с Магланом стреляться, это просто писец. О, Курнас, все, прощаем М1. Убил? Писец. Нет, больше там кашим. Зря в одни стреляли. Нет, не зря, потому что иначе никак. Ставьте свою кашим. Б.
бью по переху метаметами. Кто точит кшемку на левый верх? У кого есть она лишняя? На Грегоре. У нас Алекса на базе есть лишняя кшемка. Где, где, где? Моя? Стоп, да. Убил. Переху убил по метке. Дора, прыгай в движение. Нужно подобраться. Да там вообще бессмысленно передовой войска и танки стоит в кустах держать. Нужно только во время атаки их туда таскивать. Б5 вылетел. На провер вылетел. Да, пламенем работает. Проверка завершена, к вылету готовы. Убрал перед радар. Мир состоит из двух типов людей. Артиллеристы и цели. Есть соображение, где у них может быть наивание КШМ? Вот здесь, возможно. Ну, то есть не видели пока нигде, да? Нет. А что там атаковать, Владимир? Что там? Техника, техника, пехота? Упреждение. А по вот этой метке есть смоглан. Кто-то может отработать? Сейчас. Алло. Кафир летит. Кафир. Бью прям туда. Пуфик, я танк повел наверх города. Я просто. Отлично. Кафир упал. Наводимся на цель! У вас там слева жопа, я смотрю. Нет. Жопа у вас, ничего нормально. Да? Ну ладно. Нам же лучше. Атакамс налево, к вам. Да не атакамс это. Да ну плохо. Хрен, ну короче, летит одиночный снаряд, ладно. Если вам так проще. Кого-то убивали. Тормози зону, я ее зарешу и уеду. Огневую поддержку заказывали. Так, Апач, я не знаю, как мне картальку бы поставить лучше. Никак не похоже. Так, Боротоши город. Огневую поддержку заказывали. Я про картальку потерял. У меня осталась одна карталька слева. Дугофора, что там за метка у тебя? ПВО подвинуть? Алекс. Что? К тебе. К тебе подвинь ПВО. Где? Метка пробил. А, все. Пуфик, а что ты снабжение не отвез на базу? Я за вертолет не подвинул. А, понял. Мои-то уже успели с базы вернуться. На пестрое направо. Прикрытие. Давайте ПВО включать. Все, хана 31. Блин, братки. Ой, ёб твою мать. Ну как. Фух. Ну я забрал игла элитного. Ну охуеть, братки на больше нет. Слишком долго целится. Будет порядок в уродливом хаосе боя. По вот этой метке могла. Ракета к штату готова, сэр. Кто работает? Харитон. Она нас летит, пофиг. Так, спецназ осторожно. Хохмач, сейчас я не той артой работаю. Вот сволочь. Где кшемка на Грегоре? Кто там должен был сказать?
Да она там была. Ты троллишь нас все равно? Тогда где новая? Прислать СВ-шку? Не надо. Надо сюда танковую СВ-шку нет. Огневую поддержку заказывали? Ну, карталька попадает, кстати. Я копнул на пехотную. Сейчас пехотная туда приедет. Вы ее только вот в этот... Я пытаюсь притормозить, да? Этот. Я смотрю, куда пехота их не отбегает. Не, ну просто классно. Я спецназом прохожу вперед, ты туда артишь. Я могу не отбегать вообще. Ну, блин. Лучше давайте артить по заявкам. Просто когда просишь, блядь, постучите сюда. Радарник, пацан. Хуй кто постучит. Да, когда, улица. Блядь, ты спецназом идешь вперед, арта летит со всех сторон, блядь. Не пиздец. Горит. Да, это там настолько пехота дохуя, что там кроме стрельни везде пехота сидит. Я не знаю, ты сейчас проартил пустой город практически. Да я. Ну да, там пустой город, там дохуя сидел в пехоте. Сейчас там кто-то работал, что там, стрельным пламенем, да? Скажи ему, что он тоже зря туда стрелялся. В чем проблема? Налево, Хорнет. Есть приказание, сэр. Твою мать, Игра, разведка, где? Да? Не разведка, блин, у меня там стрелочек стояли отработали. А у меня там стояли стрелы. Значит, где-то там стоит разведка, которая все это палит. С такой дистанции с города они бы это не увидели. Они стреляют. Ну ладно тогда. Понял! Меняем позицию! Отбой! Вам нужен ангел-хранитель? Хурон справа. Вас по метке. Заказал я налево. КВС направо. Разворот. Сука, этот миг вообще не попадает. В районе города 2М1 на 2, ребят. Двух типов людей. Артиллеристы. Их цели. Сейчас Хорнет уйдет, Пуфик, и я готов немножечко продвинуться. Хорнет на меня! Сука, минус булочка, ебаный в рот. Не ушел? Нет, не ушел. На меня барак летит. Слева. Радарником. Разбил его. Хрена там заливаем. Пуфик, я, кстати, хорошо зашел. Я думаю, есть смысл вроде атаковать. Киову вот это вот ушатать надо, а то она все светит. Сука! М1 забрали. Вот челленджеры мне вот эти сильно мешают. Серый вылетел, попробуй с буквами.
Че, может, добанем этот город? Как его, на Харитоне? Уфик, ты на челленджер летишь? Нет, нет, там 2 КВС. А, вот, да, лечу. От серии? Угу. Подожди, я ее подсвечу, я тоже вылетел на нее. Я за тобой. Полетели. Это наше небо. Как у вас справа с вражеским ПМВ? Есть оно там? Есть, нет? Орудие заряжено. Сири, я видел. Я забрал его. Вот, обожаю вас. Нет, бы, чтобы пострелять по тем юнитам, которые мешают, вы убиваете пушленки. Протос уже сейчас идет дома. Огневую поддержку заказывали! Капитан и экипаж приветствуют вас на борту. Когда Муратос будет? Горнострелки окупили всю свою эту пол армии. Ни к чем не убили. Два братца. Держитесь крепче, взлетаем. Дура, ты так и шуту забрали этот? Да. Да что ж вы в город-то не ходите, а? Один топ-минус. Справа. Тебя пехота развлекает? Да, пуфик, я ну красиво да, зашел, да? Mm-hmm. Пехота в город просто тупит. Ну, 3 года прошло, баки не чинятся. А Харитон СВ-шку брось. О, что, они поуходили, что ли? Не обратил внимания. Давно. Минуты 2-3 как. А что поменялось? Ситуацию? Украине тоже. Ну, Украине, да, перемирие нарушено в первый же день. Казалось бы, почему это? Минус. Потому что это Украина была. Вообще, слушай, может даже не минус. Это вы убили танк тут? Я убил. Вертарашек, танчики назад, бузки вперед. Теперь их вылетел. От вертарашек слышу. Перех вот тут. Двадцать пять точей. Переха, блять, сейчас я собью. Прикрываю. Да уже поздно. Все равно мщу. Забрал переха. Угу. Все. Разошлись на пушках. У вас там радар справа летает просто так. Владимир. Второй перех, блядь. Сейчас бомбара по нему отработаем, нормально. Александр, ты бушки контролишь, нет? Да. А чё ж ты потерял тогда одну? Да вы издеваетесь, 4 ракеты мимо. А ты по нему этими стреляешь. Надо было подъехать и расстрелять. Блять, если сейчас со своими ушками будешь контролить как хочешь, блять. Хорошо. Мир состоит из двух типов людей. Артиллеристы и цели. Куда нам отправляться, сэр?
Мне прям интересно, где у них шемка-то осталась на Иване. В последнем лесу? Здесь? Надеюсь, там не будет вражеских зениток. Ну да. Орудия заряжены, вылетаем! Держитесь крепче, взлетаем! Ой-ой-ой, парни, извините, но там, Александр, вот сюда кассеты. Ну там пипец. Ну то есть ты меня сейчас расстреляешь, да? Еще не пусть. Почувствуй себя натом. В смысле, когда ты извинялся? Ну ты предупреждал задним числом. Отправляемся в указанный квадрат. Серия какая, серия. Не попал. Куда нам отправляться, сэр? Ну понятно, самолет абсолютно нет. Да не, ну как выбора нету. Когда выбора нет, это определяющее слово. Надеюсь, там не будет вражеских. Ой, Лэнс, куда он полетел, блядь? Блин, ты куда отстрелялась? Блин. Да. Мне бы пятый не успел скинуть. На кого? На свои.